Доброе утро, подписчики. Едем на 10.25 барнувать масла. Заговоримся, це все попроверяли. Та сол. Все на месте. Солярку заправили. Будем выдвигаться. Заводим и в путь. Там, в принципе, сейчас снимем, включимся. Надо забарановать, потому что там уже дуже багато просохло. Надо успеть разбить грудку. Будем барановать. Включимся. Дисковка уже во второй след. Саня заканчивает. Вот на таком тракторе барануем. Разбиваем грудку. Благо зарядку фрегат сделал. Ну и где, и мы там, где просыхает, там барануем. 10.25. На весне. Сейчас будем барановать. Поснимаю. Там Саня на классе дискує во второй след. Заканчиваю уже. Не работаем на таком тракторе. Я его недооценивал. Я скажу, я такой там супер-пупер тракторист. Но я работал на 920-м. Начинал работать. То мне он так дуже сильно понравился. А на цей сел. Тут коробка получается на гидромуфтах. Скорости режимы. Я за цього трошки не вкурював цю систему. Ну раз проїхався і все понял. Що тут таблиця. Сам такий тракторець. Що, будем їхати баранить. Установлю там штатив. Уже як на более ровный. Тут, получается, ще культивировать будуть. Тут кидає, так не получится заснять. А там на другом полі, де вже посіяно, я буду баранувати, там лучше. Там я сніму, покажу сам процес всього. Ще включимось. Thank you.
радуга переливається на задньому плані. Поїхали далі, бачите, десь Дніпро дуже красивий. Красиво радуга, сонце світить, забуває. Так, от обід приїхав. Компотик бомба, сладкий. Супчик з м'ясом, лапшичкою. І картошка з м'ясом. Хлібушок. Вкусний домашній супчик з лапшичкою, з м'ясом, все як положено. А на второе картошечка з м'ясом жареним, свининка. Ну що, ребята? Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает, мы сейчас обедаем, дальше культивируем, там чуть-чуть осталось, культивируем, забаронуем и едем на базу, в принципе, потом уже дальше сыром будет гарнуть, нельзя там работать. Так что всем приятного аппетита, все включено.